Вообще, конечно, если честно, лучший способ согреться — это холодная вода, действительно, ледяная. Вот, потому что она вызывает вот этот внутренний жар, да, потому что в нас есть внутри куча энергии, да, которая ждет только как бы проявить себя, но заблокирована, не задействована. Да. И вот один из таких моментов — это очень-очень древняя традиция, называется Ишнан, наука гидротерапии. Ее использовали в древности, использовали даже для того, чтобы лечить болезни неизлечимые. Вот для того, чтобы омолодиться. Это холодный душ. У нас он есть в каждом доме. Не обязательно для этого ждать исключительно крещения. Это замечательно. Хорошая традиция, но можно и продолжать ее делать каждое утро. Главное — душ направлять на разные участки тела и растираться в этот момент. Не стоять, растираться. Не стоит лить на половые органы и на макушку. Все остальные, если вы... И причем каждый участок тела соответствует определенному органу внутреннему и состоянию. Вот если вы будете, например, лить сюда, вы можете даже уснуть. Это влияет на эмоциональность. И вот здесь вот находится кишечник. То есть вот если, допустим, и икры, если вы трете икра об икру, да, вот таким образом в душе, то это равносильно массажу всего тела, воздействует на все тело. Вот. Замечательное, лучшее, что вы можете сделать для себя утром, это стимулирует внутреннее кровообращение, позволяет, это работает таким образом, то есть кровь приливает, наполняется, насыщается кислородом, а потом уходит во внутренние органы, посылает туда вот эту необходимую энергию и убирает токсины, очищая и заряжая организм. То это вот один из таких методов прекрасных, как вы можете постоянно поддерживать иммунитет и согреваться зимой. Как ни странно.